Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас суббота, 30 марта 2024 года. Вот кто чем занимается? Наташа, привет! А посмотрите, что я сейчас буду делать. Опять мне напишут. Наташа работает, а Сережа ничего не делает. А я вот чего делаю. Красота. Сейчас на мобилке показывает плюс 16 градусов, но это температура воздуха. А на солнышке показывал у нас где-то 22-24, вот так вот. На солнышке, друзья. Сейчас покажу вам, что Наташа делает. Ой. А вот где я качаюсь, посмотрите, какие подснежники здесь. Я вот здесь тоже маргаритки рассаживал. Потому что здесь у нас была прокопана канализация. Во, кругом цветочки. Ну вот, вот здесь она перекапывала. Здесь она говорит, я не буду. Так, просто листочки уберет старенькие. Ну еще раз, здравствуйте, Наташа. Рано еще, очень сырая земля. Сырая, а я тебе говорил, конечно, холодная земля, да? Нет, она не холодная, она сырая. 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 Ну ничего, просто сейчас такая погодка тепленькая. Это гудит, может вам слышно, это там спицу у соседей пытаются сделать. Ну, чтобы вода была. Вот. Ой, какие, Таш, смотри, тюльпаны. Я недавно снимал, о, тюльпаны как подрастают. Но я не знаю, они зацветут в этом году или нет. Должны эти. Должны? Ну, я осенью посадила эти, должны. Ну, может быть, дай бог. Ёмка там чужих, ух. Ну, не буду копаться, потому что... Не, не ковыряйся, тяжелый. Надорвешь спину, только не надо, не торопись ты. Фу. А я привез, ну вот, уже признался. Я привез сюда земельки, вот в этом место. Там немножечко провалилась земля. Я уже говорил, здесь канализацию нам тянули. Ну, тут трактор, туда-сюда, и вот тут немножко так ямка была. Наташа поставила эти, перекопала где-то. Я там тоже подсаживал, говорил, уже здесь подсаживал. Вон маргаритки, тут целыми рядами, там, по методам тыка и так далее. Тоже лопатку так чик-чик. И вот здесь. А я взял и землю привез, тут два ведра. На тележке, на маленькой, малюсенькая тележечка такая, двухколесная. На Семик. Конечно же, Семик. Где покажу? А пускай лезет, может быть, а? Мне ее жалко. Ну-ка покажи. Где? Там в конце, вон, около камня убить. Сидите и прямо. Я мусорник все-таки сюда решил опять на старое место поставить, чтобы там она нам под ногами не мешалась. Так, ну показывай. А, во, вижу. Вот смородина. Слушай, оставляем ее. Не надо. Зачем нам эти цветы? А, ты хочешь? Просто придумать куда? А она себе здесь не мешает. Зачем мне? Не нужны мне такие. А, тут не надо, да? А ты хочешь перекопать ее куда-то? Ой, какой корешок. Точно, посадим. Куда? Хоть мы и говорили, не надо. Ну. Зрители, подписчики, подскажите, куда нам посадить смородину черную? Ты хочешь в тени ее зашуровать? А, ну зато будет позднее, да? Только не здесь. А, ну ладно.
Вообще-то нет, она не в тени будет. Ну да, 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 она все ж по краю, да? Ничего, нормально, нормально. Может зря, потом докосить, опять буду ворчать. А здесь ты не будешь, ничего страшного тебе. Здесь все равно корень, так что ты не проходишь здесь никогда. Втыкай. И съемник тут. Он маме помогает пересаживать. Нет, нет, Сема, давай, давай на качельку, иди сюда. Вот, мы с Семкой будем. Иди сюда, Сема. Вот это сессия вот на качельке. Ага, вот, давай, садись на качельку. Да, иди со мной. Сема, сюда. Неси свою игрушку, иди сюда, вот здесь. Видишь? Вот, вот здесь видео снимаю, давай. Давай. Вот мы будем с Семкой здесь. Три же около папы, тельночки. Да, вот он, Семка. Все, Семочка пришел, качели не Семочка будет. Семочка смотрит так красиво. А, вот здесь вот, да, вот такая, как клумба, да? А все было перекапано, смотри, а эти стали кучками, да? Все эти твои перекапаны. Это мы зацвели. Не, говорю, эти зацвели твои. Я загораю, так смотри. Загорай, да. Ой, как хорошо. Яйцо. Тебе 5 минут хватит. Ну, яйцо? Тебе минуты хватит. Яйцо позагорать? Или есть, или лицо? Ой, давай, вот. Я люблю пошутить. Ой. Сейчас мы посмотрим, как у нас там качество с видео. Ой, хорошо, друзья, так хорошо. Такой воздух, весна, ой. Вон они кругом, посмотрите, все прет, прет, прет. Все кругом. Ну и в этом году виноград попрет тоже. Этот у нас синий виноград. Кисло-сладкий. Да, погодка просто супер. Просто супер. И главное, ветер утих, друзья. Вот такая зверюга. Вот такой хищник. Что вы там делаете? Вы смотрите, как мы с Семочкой на качельке качаемся и загораем. Ага. Не забывайте подписываться на наш канал и ставьте лайки. А то я прилечу и всех вас там заклюю. Ой. Вот такая вот птичка у нас. Вот такая птичка у нас. Хотели? Мы сегодня там будем то загорать. О. Я увидел божью коровку. Сейчас покажу вам. Все повылазило. Вот она, смотрите. О, божья коровочка. Вам, мне кажется, вам видно. Вот она. Видно вам? Вот она. А я зрителям говорю, божью коровочку я увидел. Я говорю, все, оживать начал. Так теплынь такая. Как лето, ну это точно первый день, такой самый-самый теплый в этом году.
этой весной. И тем более март, 30 марта. Все кругом начинает вылазить. Вот здесь же пионы у нас, да? Господи, уже-то. Вот здесь, да, пионы, пионы. А это у нас такое, интересное такое, белые цветочки. А листья хвосты, да? Они вот здесь у нас были. Мы, а вон Таша здесь лилии посадила, вот они палочки. Вот то, что мы покупали. А мы им показывали, наверное, да? По-моему, на видео показывали. Вот эти вот пластика. Это вот лилии, что мы показывали. Да-да-да, на обзоре цен. Зайдите, посмотрите. Мы еще боялись, они там будут или не будут расти. Отвел магазин еще больше. Сейчас можно сразу придумать, куда. Ну да. Вот те три возьму, эти 9. Вот там ходят рабочие. Вон сейчас, о. Это клумбу такую, потому что для молодец. Высоких цветов посадить. Ты хочешь на где-то еще клумбочку сделать? Да там же есть один, не? Или здесь, рядышком? Нет, здесь будет вот листья. Вот тут. Здесь будут листья, Серега. Как? Где? Листья? Вот это хвост, вот это наверное, будет потом. Вот здесь хвост, а, сейчас понял. Завянут, так мы же отсюда... А, есть они тоже, тоже. Да. Да. Все цветет, и этим лилиям под яблони где-то... Хорошо. Вон там в углу, наверное. А можно и ближе где-нибудь здесь. Мы, помнишь, говорили, а давай вон там посадим, вот когда заходишь, и сразу нам лилии. Тачка, это лилия? Да, нам надо тачкой там проезжать, там я не могу. Вот, смотри. Может, вот здесь же мы грядку, давай вспоминай. Я тебе говорил, вот она грядка, прям напрашивается, вот она. Вот как заходишь, вот она. Так эти, вот же будут большие кусты. Это же будут большие кусты. А вот где нету? Вот где нету, тут же их нету. 9 штук, лили так. А, ну да, вот эти вот лили, вот эти, да? Нет? Ну ладно. Вот волосы такие посадить. Они не такие высокие, те же повыше. Ну смотри, да. Да. Вот. Я да. Посоветовалась, но решай сама. Мы посоветовались, и Наташа будет решать. Ну здесь точно Наташа будет решать. Ой, как тепло. Аж прям, аж в сон поклонила. Меня. Так, где-то музыка играет. Это на мотоцикле там соседи приехали. Еще же у нас. Ой, у нас тут вы что? Столько стало жить людей. Раньше вот в этом месте мы только одни жили. На этой стороне. А сейчас кругом. Кругом. Что жулик хочет? А, он играть хочет. Жулик хочет на травку. Жулик хочет играть. Знаешь что, Серёжа, это не то, что мы думали. Это же мох. Я вспомнил, что такое. А, это мох? Это мох, а это раз, два, три, три. Это не портулак, да? А мы с тобой подумали портулак. Что-то интересное, смотри, такое. Вот это будет тоже интересное что-то. Да, да. Ну, давай я тебе кину разочек, да, Сёма? Дай сюда, тихо, твою мать. Еще и не дает. У меня одна рука занята. Ты че? Сук. Трава? А ну да, да. А в камне? Ну это же так и есть, ничего. Мы ее съедим. В салат добавлять будем. Да? Давай в салат, давай. Это же самый витамин. Я ж нарезал тебе на ужин. Там же такое молочко белое. Ты что? Это дуванчики. Смотрите, смотрите. Он мне, смотрите, не дает мне. Я на глаз наступил медведю, смотрите.
Молодец. Молодец. Жулик хочет играться. Фух. Хорошо, хорошо. Все, кругом. Народ оживает. Начали ковыряться везде, везде. Все что-то на огородах. Кругом, везде, возле домов. Ну, это свой же. Свои дома здесь, наш этот район. Вообще, сильно развита у нас тут такая система. Все хотят в своих домах. Да, Семка? Ну, не все, но все равно. Семка лично хочет в своем доме жить. Он в другом не жил. Он говорит, не знаю, не знаю. Меня, говорит, не затянешь, и, говорит, ты холом не заставишь меня в этот многоквартирную. Вон он дрюнькает этого Мишку. Молодец, жулик. Ой. Наташа, как ваше настроение? Вот видишь, как ваша жизнь молодая? Гутоперчивая на салат режет травку. Гутоперчивая? Кушать нечем. На травку захотелось тебе, да? Чтобы ты не голодный, не лёгкий. Ну вот, вот она мне на салат приготавливает. Мне. А ты не будешь салатик, да? Вот ты. Ты что ты творишь? Вон уже муравьи забегали. Уже пора травить. Ты что? Это же самое, что ни на есть вкуснятина. Ой. Ну ладно. Все в дом. Все в дом. Все. Пока заканчиваем. Вот показали ему, какая... Не, послушайте, как птички поют, послушайте. Тишина такая. А я позагораю. Пойду лицо позагораю. На качеле. Ой, а на качелях уже мне лицо не позагорает. Надо покрасить это. На чем сидим? На качели? Ну да, какая-нибудь краска есть? Такая погода. Нет, краски у меня точно нету. Скамейку никакой. Надо эту белую покрасить тоже. Какую скамейку? А ту? Ну да. Покрасим. Со временем. Конечно. Да, Наташа. Сказано, сделано. Ты что? Сказал, мужик сказал, мужик сделал. Съемку покрасить, да? Ай, жулик, жулик. Не, было бы краска. О, а где мне присесть? На камешке. Так, сейчас выберем. Я выберу камень. Все перчатки все равно опять копать. Села, ладно, не буду ничего делать. Ну, не надо копать. О, давай позагораем вот так. О, хорошо как. О. А в одной футболке и в одной рубашке будет прохладно. Конечно. А если вот снять, да, будет прохладненько. Вот такое эхо идет. Потому что там навес, из-под навеса, да, Семка? Ай, жарко тебе так. Смотри, как дышит, как летом. Жарко. Твоя игрушка, я не побоюсь. Витамин D, Наташа. Принимаем витамин D. Хорошо. Садись на сейчас. Вон нагретый. Черный камень, он нагрелся уже, а светлый нет. Вот этот теплый, на котором сижу, нет, не очень. Вот горячий прямо. А, камни нагреваются. Пойду спрошу сейчас. Интересно, они спицу до воды дошли или нет? Просто интересно. У нас так вода здесь пошла где-то 10-11 метров. Но у нас мы скважину делали, бурили. А здесь спица. У соседки спрошу. А Наташа, о, видите?
что принесла. А я про них уже и забыл, слушай. А потом, ну, мы вспоминаем, когда уже... Ну, первый день, я говорю, первый день тепла такого. Во, надо еще вторую притащить. А я-то думаю точно, на что сесть, господи. Пошел я, да. Так, у вас Семочка видно? Видно. Загорайте здесь. Пойдем с папой? Не, он с собой будет. Мы их уже туда носить не будем, вот здесь складывать будем, вот, рядышком, да? Что, негде посидеть? В смысле? Ну, там же можно посидеть, на диванчиках. А там нет солнца? Ну, всегда так позагорать немножко. Ой. Первые дни. А я вот здесь, наверное, вот прям вот тут вот поставлю. Да, перемежу деревья, наверное, деревья. А, вот где я поставлю, я за тобой поставлю. Нормально, нормально. Я выдеру позицию. Вот как раз почистим их. Вот, тогда немножко двигайся еще на солнышко. Ой, смотри, что тут. А где? Это не, ой, не показалось. Это было что-то ломилось. Нет, тебе показалось. Смотри, пустота. Тебе показалось. Я хочу. Кто что хочет, да? Жулик. Жулик. Кто что хочет, говорит. Да, 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 давай, жулик. Ну вот, мы немножко с Наташей позагораем. А тапки снимаешь, вообще красота, да? Ой. А было включено хоть? Да, включено. Всем приятных выходных, праздничных выходных. С праздничком. Вот так вот примерно. Опа-на. Ну что, так можно и так, да, и как хочешь. Очень удобно. Такие удобные. Да, да. Можно совсем не рассчитываться так. Тебе стучат. Я сейчас обо что там? Ни во что, нет? Там нет ничего. Это упорно. Ну вот, может быть, слышали, я вот спросил, пользуясь случаем, не надо далеко было ходить. Нету воды, ну, для спицы, до 10 метров нет, они проковыряли вроде бы, пробурили, говорит, нету. Ну, надо бурить такой скважиной. Да, будет, скважина будет, да. Ну, по-моему, она говорила 250 евро, да?
250, если бы они пробурились конкретно и все делали. А так 120, если не будет воды, ну только за работу, вот за эту. Час. Может быть, полтора. Ну, пускай даже два, да? Два, пускай, часа. Мне кажется, нет. Ну, ладно, два часа. 120 евриков. Ну, да, это чтобы, может, кому-то интересно. Спится, спится. А у нас, говорю, скважина. Ну, у нас сначала вот колодец, а рядом с колодцем пробурена скважина. Завтра будет у меня зеленое черное, как у неба. А у меня даже не покрасили. Надо отключать. Ой, друзья, я, наверное, буду отключаться. Уже, наверное, большое будет видео. Показали, чем мы сегодня занимаемся. Ну и до этого еще занимались. Ой, друзья, что вы, что вы? Красиво, красиво. Сегодня денек такой теплый. Птички поют. Семечку мы вам показали. Ставьте лайки. Большая просьба. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Смотрите, какая красота на небе. И какая здесь красота. За ногу маму, Сёма, давай-ка, ну-ка, давай ее, куси ее за ногу. Не, не. Он своих не кусает, он только чужих кусает. Разрывает на части. До свидания, друзья. Желаем всем здоровечка, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Всем пока!